Красота в глазах смотрящего. Фотовыставка с таким названием открылась в музее семьи Цветаевых. Немногие музеи, где есть определенные грани, рекомендации и уставы, могут пойти на своеобразный риск и пустить в свои залы начинающих авторов. В этом отношении Цветаевский музейный комплекс доверяет своим экспонентам. У нас в музее семьи Цветаевых проводятся литературно-музыкальные гостиные. То есть любой человек, который считает себя творческим, хочет это показать, остальным людям, может прийти к нам в музей, и мы готовы пойти на сотрудничество. Интересно то, что все фотоработы на выставке созданы фотографом-непрофессионалом. Нина Панина, выпускница дизайнерского факультета текстильной академии, пришла в мир фотографии из художественной среды. Эстетика, чувство меры, деликатный подход к изображаемому – главные грани ее творчества. Фотографией я занимаюсь относительно недавно и совершенно непрофессионально. И, скорее всего, я отношусь к ней больше как к изобразительному искусству, как к живописи, как к графике, потому что я достаточно часто упускаю техническую сторону вопроса. Основным ориентиром в творческом пути для Нины является природа в ее многообразии, тот мир, который окружает нас. Найти что-то новое, яркое и красивое становится главной задачей для фотографа. Определить точку, с которой не всякий способен взглянуть на, казалось бы, привычные вещи. Больше всего меня вдохновляет, удивляет и впечатляет природа, конечно же. Во-первых, потому что ее просто снимать, с ней просто договориться. Она не бывает безвкусной, она, не бывает фальшивой. И мне всегда это очень нравится. Поэтому, наверное, да, природа. Пейзажи, фотографии из путешествий, портреты красивых людей представлены на выставке. Но большинство фотографий раскрывает окружающий мир с несколько непривычного расстояния. Дело в том, что Нина увлечена макросъемкой, показывающей детали, которые зачастую обделены вниманием. Мне ближе действительно макросъемка, потому что мне очень интересно разглядывать вещи, на которые никто не обращает внимания. Вот. Для меня это очень интересно, и мне бы хотелось вдохновить других людей делать так же, потому что наш мир, он очень хрупкий, и при этом он очень продуманный, и мне бы хотелось, чтобы люди это понимали и старались бережно к нему относиться. Выставка Нины Паниной не только красива, но и несет определенный экологический подтекст. Человек, особенно в 21 веке, должен вспомнить свои истоки, понять всю хрупкость настоящего мира, осознать свою ответственность за силу, которая может привести к печальным последствиям. Александр Руденко, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.